58 человек у Могилевской области протягнуты до криминальной отказности за ухиление от призыву на военную службу. Это амаль удвоя больше, чем летось. Каб надалей попередить такую негативную тенденцию, прокурорские работники провели встречу с призывниками, подчас якой тлумачили, чем рызыкуют ухилисты. Не сокрыть, что не все молодые люди горят жаданием служить у армии, але большасть из них разумеет, что закон есть закон. В армии для меня как бы не очень хочется идти, потому что я считаю, что я могу успеть много больше сделать. Но для некоторых я считаю, что армия очень нужна для того, чтобы пойти в милицию или еще остаться в армии, дальше работать. Закон уже в духе, я так понимаю. Да, конечно. Я никогда и не убегаю. Поэтому все дела, как говорят. Акрамя нежадания самих призывников служить, прокурорские работники тлумачить повелишение колькости ухилистов и иншими причинами. Это недоработки государственных органов по разъяснению законодательства воинского, в том числе прав, обязанностей и ответственности призывников за уклонение от мероприятий призыва. Также осуществляется ненадлежащий розыск призывников. Коли ухилисту находится до закончения термина призыва, сёлета он протягнется до 30 листопада, их протягивают до административной отказности. У иншим выпадку это инший артикул, криминальный. Работники прокуратуры пропонуют потенциальным бегункам простую арифметику – год, типа утара у армии, альбо 2 года у месяцах позбавления воли. Минавито такое покарание предугледжено за ухиление от призыву на военную службу. Седа Каспарова, Сергей Карпяков, Виталь Вопсил, Нави Энергион. We'll be right back.